Пробовать десерт я пока не буду, потому что халва нужна для старинного обряда. Итак, я в гостеприимном черкесском доме. Мы отмечаем семейный праздник Летуве. Он посвящен первым шагам ребенка. Бабушка малыша готовит обряд. Накрывает простыней халву. На нее выкладывают разные приметы. Счеты, ручки, книги и даже фонендоскоп. Зачем? Поймете чуть позже. А вот и главный герой. Его зовут Амаль. Сначала перед малышом ставит камень, и он совершает ритуальные шашки. Затем его ножки повязывают кожаной лентой и символично разрезают, освобождая путь в жизнь. Дальше родственники предлагают малышу выбрать будущую профессию. Похоже, будет финансистом. Ну, отлично. Теперь всех угощают халвой. И, наконец, финал. О том, что обряд состоялся, сообщают дедушки. Ну и мне, как дорогому гостю. А завершается праздник танцами и застольем. Для него это только начало. Начало фильма, да? Желаю тебе громаднейшей удачи в этом фильме. Ты в главном роли, ты будешь снимать и сниматься. Ты будешь режиссером и постановщиком. Все в твоем фильме. Что-то я все праздную, да гуляю. А мне...